Когда-то мы. Когда-то, да. Это было когда-то, но совсем не там. Вот. Буквально 25 лет назад. Ни о чем мы. Я вам 25 лет. Не так далеко было. Но это было как вчера почти. Ну почти. Иногда хочется, да, вот прям вернуться туда, горят глаза, но, наверное, уже не стоит. Может, и стоит, мы же пытались с тобой, ну, относительно недавно лет 5 назад. Не получается. У нас не получилось, ты убежал. Когда это было? Ну, лет 5 назад было. 4 или 3 даже. Ну ты нашел, чтобы вспомнить. Ну такое, да. Я сам не все помню, но не важно. Так, давай так. В любой возраст, в любое время мы находили. Поня была на меня похож. Мы находили те моменты, те случаи, когда можно немного нырнуть в молодость. Ну, это важно, потому что. Блин, когда я думаю, так тяжело иногда, особенно начинаешь думать об этом. Ой, блин, 36, ну вообще капец. Давай за нас, я думаю, у нас все получится, поэтому давай за те молодые годы и последующие, чтобы у нас все было так весело и хорошо, как было раньше. Можно я быстро добавлю, потому что это очень в тему, а потом будет я забуду не в тему. Давай. Прикольно, когда у тебя есть друзья, которые тебя помнят очень-очень много лет, помнят тебя молодым. Ты сейчас молодой, конечно, ну, младше, так сказать, чем ты есть. Помнят какие-то разные истории. Эти люди реально возвращают тебя вот в то беззаботное время, когда тебе было легко, не было там никаких проблем финансовых, там еще, ну, были какие-то, но такое. Да, и прикольно, что эти люди, они проверены временем. Это супер, что люди проверенные, проверили тебя временем, и они все еще остаются с тобой. Это значит, ты крутой чувак. Будьма! С днем рождения, Виталик! Вот, надо в тандеме работать. Ты говоришь, а я резюмирую. Тогда получается бум! Спасибо, спасибо вам, что вы есть. Оба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Дай нам машину, дёща, дай нам.
особенно запорожцы. Ставим лайки, подписываемся на канал. Такая песня. Про штаны, металлурги для вас. Очень красивая, очень известная. Мне кажется, бессмертный хит. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и в ней погоду дорога, но ты мне улица родная, и в ней погоду дорога. На этой улице подростки гонял по крышам голубей, и здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей, и здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. Не рад, что встретил, моя душа полна тобой. Зачем, зачем на белом свете избить ответная любовь? Зачем, зачем на белом свете избить ответ? Моя любовь, когда на улице Заречной в домах погашены огни, горят мартеновские печи, и день и ночь горят они, горят мартеновские. Я не хочу судьбу иную, мне ни на что не брать меня. Заводскую проходную, чтоб люди вывела меня. Заводскую проходную, чтоб люди. Для всех каталогов.